Лучше предупредить, чем лечить. 25 октября североказахстанцы могут бесплатно измерить артериальное давление, уровень сахара в крови и частоту сердечных сокращений. В областной больнице пройдет День открытых дверей. Его организуют в преддверии Дня борьбы с инсультом. Узнать больше об этом заболевании и проверить свое здоровье могут все желающие. Прием будут вести неврологи.